на фланг, на правый фланг, где играл Тео Волкот. Какое задание дал Венгер? Мы посмотрим. Волкот уходит. Футболист, который забил первый мяч Арсенала в этом матче, который мог забить еще один. Опасный момент был на последних минутах первого тайма. Тео Волкот, здорово отыгравший этот матч. По традиции забившие ворота Манчестер-Сити, вот я бы, честно говоря, его не убирал только исходя из этого. Я не вновь Венгер, понятно, ему виднее тренера. Я не понимаю абсолютно замены Арсена Венгера. Просто... И он недоволен. Кто? Очень недоволен. Тео Волкот своей замены, естественно, недоволен, потому что хорошо вошел в игру сразу, играет в атаке хорошо, но его меняют. Да, Оливье Жиру, похоже, вышел именно на позицию нападающего, а Дэнни Уэлбек будет играть справа. Так что, ну, теперь, наверное, ну, так. Я думаю, что, может быть, Венгер слегка упрощает игру, потому что понимает, может быть, тот же самый стандартное положение, и гол с него подсказало, что на втором этаже можно переигрывать Манчестер-Сити. Возможно, сейчас уже не до изысков. Надо где-то даже на навесы чуть побольше перейти. Что думаешь? Арсеналу? Да. Ну, а смысл? На какие навес? Как, ну, для того, чтобы... Хорошо, на верховые передачи, но... штрафную площадь не отказываться. Не, подожди, чтобы навесить чужую штрафную, нужно еще подойти к точке, с которой можно хорошо навесить чужую штрафную. Вот, ну, с чем... По-моему, с этим проблем нет. Ты сам говорил, что проблема с последним пасом. А это и есть последний пас, навес на голову нападающего в чужую штрафную. Сейчас-то особо не навешивали пока. Это же другая команда. Нет, передать. Ну, посмотрим, может быть, сейчас она изменится. Я вот только что думаю. Просто мне кажется, что и Жиру, и Уэлбек будут уходить от чужой штрафной за мячами. Мне так кажется. Ну, пока Ман-Сити владеет мячом, довольно редкий момент по сегодняшнему матчу. Первым номером вот какие-то минуты играет Манчестер-Сити. Но я думаю, что это связано в том числе с перестроениями в игре Арсенала. Сейчас Арсенал поймет, как играть, разберется, кто где прессингует и, наверное, вернет мяч под контроль. Но пока надо отбиться. Фернандини вперед, Агуэро мяч получает. Я Туре, его у него отбирает. Туре! Ну что ж такое? Я отнял мяч, да.